Даже в спальном районе есть свой шарм, а в любом торговом центре скрывается большой потенциал. В этом уверены создатели выставочного проекта «Новая история Симбирска-Ульяновска». Познакомиться с ним можно в квартире музея семьи Ульяновых. Экспозиция разделена на три стороны визуального образа города. Реконструированный в акварелях изначальный замысел, современное состояние и проект города будущего. Первыми посетителей встречают живописные графические полотна заслуженного художника России Бориса Склярука, поэта и художника Юрия Куликова, преподавателя Петра Панина, супругов Анатолия и Екатерины Богомоловых. Во втором разделе – акварельные работы художника Юлии Узрютовой с изображениями нового города. За каждой работой – воспоминания самой Юлии и жителей, а также фотографии того, как данные места выглядят сегодня. Я застала активное строительство нового города, можно сказать, практически росла под звуки забивания свай и видела этот город таким, каким он был задуман архитекторами, с широкими проспектами, чистыми белыми фасадами, красивыми зданиями. Раздел продолжает проект «Новый город. Город будущего» архитектурно-дизайнерского бюро «Панда». В основе их видения перспектив Заволжского микрорайона лежит концепция города будущего. Ведь именно таким он задумывался изначально. Город очень ярких затей, очень необычный, уникальный. И то, что это нужно, как бы, эти настояния, в общем, нужно сейчас у массы максимально расширять, показывать. Вот. В период пандемии мы с моей командой, которой у нас очень много, у нас было много времени, и мы решили создать новый город, как город будущего в реальном времени. На плакатах развитая система переработки отходов, скоростной экологичный транспорт, выращивание овощей и фруктов на крышах домов. Выставка будет работать до 31 мая. Анна Тищенко, Управда ТВ.